Удивительно нежная и светлая выставка открылась в Ивановском художественном музее. Над персональной экспозицией молодая художница Полина Кукулиева трудилась 3 года. На всех полотнах учащиеся и преподаватели лицея «Гармония». Работать с детьми, признается автор, нелегко, но увлекательно. Когда ты работаешь с человеком, особенно с ребенком, нужно понимать, что он сейчас есть, и вот он посмотрел на тебя, ты увидел искорку, и вот она, удачная композиция, а через секунду ее уже не будет. И ты можешь 100 раз просить его сесть так же и повернуть голову так же, но то, что ты увидел несколько минут назад, уже не повторится. Все картины Полины написаны в акварели. Для выставки отбирала только самое лучшее. Поэтому на вопрос, какие любимые, отвечает все. Особенно тепло вспоминает работу над серией спортивных полотен. Это уже не первый опыт на выставках. Не раз показывала свои картины на семейных экспозициях. Династия Кукулиевых славится мастерством палехской лаковой миниатюры. И вот внучка народного художника Бориса Кукулиева решила прервать семейную традицию и работать с акварелью. Ну, у художников много акварелистов. Все работают как-то... Может быть, в одном ключе, может быть, нет. А у нее свое лицо художника. Это очень ценно. Поэтому дай Бог ей здоровья, успехов в дальнейшем. Мы очень рады за нее, и я, и бабушка, и наш. О дальнейших планах Полина предпочитает не говорить. Уверяет, что собранного в лицее материала хватит еще не на 1 десяток картин. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.